В работе обучающего семинара приняли участие более чем 30 предприятий и организаций, деятельность которых связана со сферой ЖКХ. В зале присутствовали более 60 представителей, руководители предприятий, главные инженеры, а также начальники и специалисты юридических отделов. Проведение семинара стало возможным благодаря тому, что 20 сентября на базе Кумертауского филиала ОГУ был открыт штаб ЖКХ. Обучающий семинар проводится с целью реализации направления работы штаба ЖКХ. Работа штаба ЖКХ, она будет уже организована по нескольким направлениям. В том числе для того, чтобы реализовать программу полноценную, необходимы обучающие занятия. Обучающие занятия для специалистов служб, для наших студентов, для наших преподавателей. Это первое мероприятие в обучающем цикле. Тема семинара – управление многоквартирными домами в условиях рыночной экономики. Открывая семинар, директор Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета Валерий Онищенко начал с того, что сегодня сфера ЖКХ нуждается в реформировании. И высшая школа готова присоединиться к этому процессу. Мы, как высшая школа, приняли для себя решение стать непосредственными участниками этой серьезной программы, от которой зависит жизнь, ситуация, судьба, можно сказать, а также настроение каждого из нас, каждого проживающего в любом районе нашей республики, нашей страны. Программа семинара включала в себя несколько тем. На октябрь и ноябрь 2013 года запланировано еще несколько мероприятий по линии штаба ЖКХ. Практический семинар, организаторами которого выступит отдел дополнительного профессионального образования Кумертауского филиала ОГУ, планируется на 24-25 октября. Конференция, посвященная вопросам ЖКХ, состоится на базе филиала 21 и 22 ноября. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов. Новости.